Предстоящие выходные в Самаре окажутся аномально жаркими. Температура воздуха прогреется до 36 градусов. Всю неделю температура воздуха была выше средних многолетних величин. Синоптики Приволжского ГМС обещают, что жара продержится до 20 августа. В ночь на субботу температура воздуха составит 14-19 градусов. Днем будет малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха 28-33 градуса. В воскресенье днем будет малооблачно, без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха достигнет 36 градусов.